Завтра сотрудники МВД будут отмечать профессиональный праздник. В преддверии этой даты они почтили память тех, кто погиб при исполнении служебных обязанностей. Руководитель ведомства, ветераны, родственники и коллеги погибших возложили цветы к памятнику, который установлен в сквере защитников правопорядка. Сергей Неяскин заверил, что семьям и в дальнейшем будут оказывать поддержку и помощь. Также в преддверии праздника пятеро сотрудников МВД получили погоны лейтенантов полиции.